Здравствуйте. Сегодня вот капусты собрали с огорода свеженькую. Куда ее девать? Решили сделать быструю капусту. Вот нужно где-то две головки чеснока, где-то полкило свеклы свежей. Вот так вот порезать непроизвольно, кому как нравится. Свеклу вообще можно на терке натереть, если хотите. Вот. И вот так порезать капусту. Всю капусту на мелкие эти кочешки. Мы ее просто порезали вот так. Вот. И будем складывать в кастрюлю. Сейчас мы будем маринад делать. Я поставила кипятить кастрюлю. Там у меня 5 литров воды. На 5 литров воды у меня по рецепту. Я всегда так делаю. Несколько штук гвоздики кладу. Горького перца, можно кориандр положить. Так, туда положим 8 столовых ложек соли, 8 столовых ложек сахара. И все это должно кипеть, перекипятить. Вот это гвоздика и еще 5-6 лаврушек. Вот это все должно перекипятиться, и маринад будет готов. Выключаем и туда добавляем 6 столовых ложек 70% уксуса. Вот так. Сейчас покажу. Вот так вот капусту слой положили, порезанную капусту. Теперь перекладывайте, ну, полностью надо заложить. Свекло немножко. Немножко чесночка. Вот так вот. И так слоями ложим. Пока у меня маринад кипит. Иди. Еще один. Вот еще один слой капусты положили и свеколки сверху немножко. И так до верха кастрюли кладем. Эту капусту, она будет готова завтра. Но самая вкусная, она уже будет через 2 дня. Вот так вот выкладывайте. Все вот эти щелочки закрывайте, закладывайте, чтобы больше капусты уместилось. Можно меньше нарезать, но я вот так всегда режу. У меня где-то вот такой вилочек килограммовый на 4-5 частей я разрезаю. Вот так вот, чтобы вилок держал капусту. Качан, вернее, не вилок. Завтра, когда она будет готова, ну, она долго еще не прокиснет, потому что... Вот. Я положила почти до верха. Сюда еще можно один качан порезать. Но мне кажется, хватит. И все, остальную свеклу, и все, весь чеснок сюда выкладываем. Вот так. Можно сейчас положить и лаврушку. Ее можно и не кипятить. Но перчик и гвоздичку, соль и сахар обязательно надо будет перекипятить в маринаде. Вот таких 2 горьких перчика я кладу. Свеженький он. Разрезаю его и кладу. Ну, можно сухой положить. Можно его в маринад положить, чтобы он там скипел. А можно вот так свеженький сюда положить. Мне кажется, этого достаточно будет. У нас перец очень горький. Вот. Такая полная столовая ложка. Вот таких нужно будет положить 8 столовых ложек на 5 литров воды. На 2,5-4 ложки. И столько же сахара. 8 столовых ложек сахара. Вот, у меня маринад готов. Сахар растворился, соль тоже. Все перекипело минуточку. Сейчас я выключу и буду добавлять уксус. Уксус тоже столовую ложечку. Вот такую. Ну, можете меньше ложить, можете больше, но я всегда ложу. 6 столовых ложек уксуса 70%. Вот такого. 2, 3, 4, 5, 6. Тогда капуста бывает такая сочная и хрустящая. Вот видите, почему нужно выключить воду, а потом класть уксус. Потому что видите, как бурлит. Все, перемешали, и сейчас будем заливать капусту. Вот так вот заливаем. Не торопимся, все потихоньку заливаем. Я думаю, что должно хватить маринада.
Я сюда всегда 5 литров делаю в эту кастрюлю. Если не хватит, тогда просто надо кипятка добавить. И все. Лишнего больше ничего не надо добавлять. Ну, если уже целые литры не хватит, тогда другое делаем. А так должно хватить. Вот поставили гнет. Покрыли тарелочкой капусту. Хорошо, чтобы она туда вся ушла. И поставили гнет. И до завтрашнего дня. Завтра днем уже можно будет ее кушать. Но лучше на второй день. На второй день она вкуснее будет. Вот. Остынет она и будет завтра очень вкусная. С картошечкой и вообще очень вкусная капуста. Сочная такая. И такая прям хрустящая. Вот. Смотрите наши видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо вам большое за просмотр.